Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы присутствуем на семинаре демоцентра компании BASF. И здесь у нас будет два доклада, один из которых прочту я, это по технологиям захисту томатов, которые вы видите за своей спиной. Регламент нашей сессии 35 минут, мы с Олегом постараемся вложиться. Я рассказываю свою часть информации, даю. Олег будет рассказывать свои. Меня зовут Малицкий Роман, я технический консультант по Херсонской области. Вы видите номер телефона, если кому интересно, может записать. И я сделаю как бы некий экскурс в то, что было сделано на этом поле и что мы имеем на сегодняшний день. Несколько слов прежде всего о самом помидоре. Это стромболино, итальянский специальный там сорт, который доставало хозяйство очень долго и тяжело, оно хотело его выращивать, подписало под это дело контракт. И на сегодняшний день они его потихоньку продают. Может быть, не так складывается конъюнктура, как они этого хотели. Но вы видите поле в сорняке, заросшее, но и здесь была сама установка по себе у заказчика не использовать гербицид. Поэтому здесь была прополка ручная, и на сегодняшний день вы видите то, уже как поле выглядит из-за того, что были серьезные осадки. Вы прекрасно знаете, этот регион очень в этом году был не обделен этими вещами, не обделен дождями. Вашему вниманию вы можете видеть систему защиты томатов. Вы видите ее в наших каталогах, в наших буклетах, в раздатке. Вы видите на наших бордах, когда вы проходили сюда. Суть заключается ее в чем? Это в борьбе с альтернариозом и фитофторозом. Вокруг этих двух основных заболеваний строится вся система защиты. У нас есть такие продукты, как Акробат. Это системный продукт, который мы ставим на фазу 1, 3, 4 листов. Мы рекомендуем в этот момент обрабатывать, начиная с системного препарата, так как уже есть вероятность того, что инфекция существует в растении, и его нужно обеззаразить. Далее мы чередуем нашу обработку полирамом. Это фаза двух настоящих листов, контактный продукт. Фаза двух листов кавриодуо. В этот момент у нас также может вероятность альтернариоза и фитофтороза возникать. Препарат как так и называется кавриодуо, потому что на два заболевания он действует. То есть и полирам Олега кавриоток, в зависимости от тех условий фазы цветения, мы выбираем тот или иной продукт от того, как у нас складывается ситуация. Если мы говорим о достаточно спокойном развитии заболеваний, нам достаточно будет отработать контактником полирамом. Если у нас из ряда вон выходящие условия, когда влажность повышенная, как это было в этом году, мы используем Орвега, и кабриоток против фитофтороза и альтернарии, когда есть вероятность развития инфекции. Далее у нас фаза цветения, формирование завязи, акробат полирамы, тут уже очень важная фаза, так как в этот момент уже происходит вероятность, тоже может быть вероятность поражения. Кавриоду, Орвега, и заканчиваем это все нашим продуктом Орвега, на котором я остановлюсь чуть позже, скажу несколько слов. Септориоз, то, что может быть на томатах, вы все это можете прекрасно видеть, уничтожение листовой пластинки, снижение ассимиляции, соответственно, недобор урожая может достигать до 50%. Кавриоток, кавриодуа имеет действие на это заболевание, вы можете с ними его проконтролировать. Мучнистая роса, кавриоток, кавриодуа также имеет влияние на это заболевание. Кладиоспориум, то есть кладиоспориоз, достаточно распространенное заболевание. Возникают пятна светло-зеленые, потом они желтеют, сливаются, в результате идет уничтожение листового аппарата. Но кабриоток, кабриодуо, Орвега прекрасно контролируют и это заболевание. Просто стратегия строится против фитофтороза и альтернариоза и сопутствующих заболеваний, которые контролируют наши препараты. Альтернария – очень жестокое и такое неприятное заболевание на томатах. Может уничтожить урожай, листовой аппарат, повреждает плоды, практически развивается весь период вегетации томатов. Полирам, Акробат, Кабриоток, Кабриодуо. И мы написали Сигнум, это европейская регистрация у этого препарата. Сигнум имеет исключительное действие на альтернариоз, просто исключительное действие. Но мы привели его как пример, чтобы вы понимали.
в частности, у нас в Украине на картофеле зарегистрировано. 300 грамм сигнума решает вопрос альтернарии на 100%. Даже если уже идет эпифитокимия развития. Конечно же, фитофтороз. Существует уже его две расы. Вернее, была раса 0, раса 1. Потом они скрестились. Появился уже какой-то у них между собой так называемый агрессивный. Очередная агрессивная раса. И развитие идет намного быстрее. Если раньше развитие фитофтороза шло в пределах 6-7 дней, сейчас оно достигает уже 3 дней. Патоген становится агрессивным, съедает листовой аппарат, развивается также на побегах, на плодах, то есть хорошего от этого мало. Фитофтороз и полирам, акробат, кабрия топ, кабрия дуа, арвега, все это контролирует. Ну, погодные условия складывались в этом хозяйстве исключительно жесткие. Томат стоял в воде, как, собственно говоря, и лук. Когда вы пойдете на другую локацию, вам об этом тоже скажут. Вы видите, у нас вода стояла в междурядье, причем это я приехал уже на второй день, она немножко спала, но осадки лили беспрерывно. Выпадали весь июнь, половину мая, вторая половина мая, и приходилось носить препарат Арвега даже после дождя по вот таким вот условиям, потому что выбора не было. Исключительно благодаря Арвега мы на сегодняшний день, я считаю, имеем вот здоровый томат относительно. На сегодняшний день уже состоялось 5 выборок по делянке с томатом, уже 5-я выборка была. То есть на сегодня хозяйство, я считаю, имеет хороший результат. И когда заключался контракт, то была утверждена схема защиты этого томата, и она вся была сделана на основана на препаратах БАСФ. Вот вы видите, какая была система защиты, вы видите, полирам у нас был в первой обработке, это высадка 4-5 листьев. Акробат МЦ, то, о чем я говорил, уже прижилась рассада, мы отработали системным продуктом, 8 листьев, через 10 дней, то есть мы интервал соблюдали 10-12 дней, уже даже и раньше. Полирам, начало цветения, Арвега, это начало свекания, междурядье, цветение 30% мы использовали. Уже с этого момента у нас начались экстремальные условия по влаге. Кабрио дуа, плодообразование, мы добавляли еще 300 грамм на молоко для того, чтобы контролировать сорку. Это гормональный продукт, который действует на яйца, если есть вероятность лета, бабочки, отложения яиц, то на молоко не дает отрождаться и выходить личинки, в результате чего мы не имеем проблем. Далее у нас кабрио дуа, была плодообразование, конец цветения. Это очень ответственная фаза, когда у нас идет развитие гипертрофироза, фитофтороза. Акробат, плодообразование, снова Арвега на ноль, уже подошел налив кисти. И Арвега налив, начало созревания самих плодов. Последняя обработка была уже полирамом. И на сегодняшний день вы видите, как выглядит у нас сама культура. Было еще, конечно, минеральное питание, об этом расскажет Олег. Вот я сейчас просто акцентирую свое внимание на наших продуктах. Именно конкретно, что такое Арвега? Это метактротин и диметаморф, два действующих вещества. Если охарактеризовать, что такое метактротин, ну вот так схематически он останавливает поток энергии в организм для развития патогенов. Очень жестко, быстро, сразу. Действует, это он относится к контактной группе, обладает великолепной адгезией, тяжело смывается с поверхности. То, что показало в этом году, когда было очень много осадков. Если мы говорим за диметаморф, то он разрушает стенку гриба и убивает мицелий, даже если у вас поражение уже было двое-трое суток назад. Это очень важно. То есть, если вы опаздываете на 72 часа с обработкой, у вас идет эпифитотийное развитие фитофтороза, то именно диметаморф, действуя системно, снимает эту проблему. Причем он имеет такое качество, как накапливаться из обработки в обработку в самом растении и в последующем защищать его системно, когда идет прирост. Если схематически говорить о том, как работают диметаморф и метактротин,
вы видите, пока у нас идет разрыв зооспоры, вот они, зооспоры выходят, они еще не начали прорастать, не образовывают ростовую трубку. У нас работает и метаморфы, и метаморфы. Если вы, конечно, опоздали с обработкой и началось развитие ростовой трубки у патогена, то работать будет только диметамор, потому что это системное воздействующее вещество, не контролирует контакт. Поэтому, когда мы говорим о профилактике, это очень важно. Даже если у вас уже идет прорастание ростовой трубки по межклеточнику, по распространению, диметамор все равно будет работать и препятствует спорообразованию, скажем так, вот такому замкнутому кругу развития заболевания. Кабриадоа, пирокластропин, диметамор. Данный препарат работает как на альтернариоз, так и на фитофтороз. Прекрасно его действие против этих заболеваний и позитивное влияние на качество урожая. Кабриадоа, кто его использовал, я думаю, особо ориентировать не приходится. Действительно прекрасный продукт. Акробат. Всем уже давно известный препарат, который на рынке достаточно много времени. Диметаморф и ланкоцеп. Вы все его прекрасно знаете. Очень хорошо поглощается растением при попадании на листовую поверхность. Соответственно, если идет уже спороношение или уже развитие мицелия ростовой трубки, которая развивается по межклеточникам, уже в листовой пластинке, то диметаморф и препарат Акробат защищают, устойчивы к смыву, и, соответственно, идет накопление его в самом растении. Мы имеем очень хорошее, достаточно продолжительное его действие от 10 до 14 дней. Ну, вы же понимаете, если у нас идет нормальные условия вегетации, если не экстремальное увлажнение. Так работает Акробат. Ну и несколько слов, конечно же, про экономику. Я думаю, всем будет интересно. Я взял цены, стоимость на препараты, прайсы, те, которые предлагают дистрибьюторы, произвольно, без ПДВ. И обсчитал, сравнил, скажем так, насколько это выгодно использовать наши продукты, потому что помимо их стоимости, выгоды, если мы, допустим, сравним Акробат с его, ну, все прекрасно понимают, с Редомилом Гол. 2 килограмма Акробат и Редомил Гол в расходовании по результате 46 долларов на гектар стоимость. В сравнении с Редомилом 72,50. То есть это разительная разница. Причем Акробат и диметаморф одно из немногих действующих веществ, которому на сегодняшний день нет резистентности. Арвега. Танос. Ну, Арвега тут, конечно, стоит по цене дороже, чем Танос, но вы должны понимать, что Арвега – это уже совершенно иной уровень защиты культуры от тех заболеваний, которые предлагает как Танос, так и Арвега. Я не говорю плохо о продуктах, я говорю о том, что это уже новое поколение продуктов и, соответственно, говорите себя. Кабриадоа мы брали в сравнении с Квадросом Торе, вы видите, 60-20 долларов на гектар. Сигнум. Об этом продукте я не рассказывал, потому что вам о нем расскажут в палатке в классе по луку. Я не акцентировал на нем особо внимание. Тоже прекрасный продукт, который дает еще физиологический эффект, акселинс эффект, тот, о котором мы говорим часто в своих презентациях. Сказали, у нас 74,97. Эти цифры не абсолютные, но они примерно отражают вот именно тот уровень стоимости, который ложится при использовании препаратов в поле. Поэтому смотрите, сравнивайте, запоминайте информацию, используйте наши продукты и смотрите на то, как выглядит культура и то, что мы можем с этим получить. У меня все. Гарных вложений. Дякую за внимание. Спасибо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян.
подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.